Участница 8-го межобластного музыкально-поэтического фестиваля Ирина Комарова, автор-исполнитель, член Союза писателей, лауреат московских, всероссийских и международных конкурсов. К своему выступлению подготовила песни из старого, уже полюбившегося зрителям репертуара, и исполнила новую песню «Париж», написанную под впечатлением от недавней поездки в столицу Франции. Ну, «Париж» я, наверное, уже месяц как пою. Принимает публика хорошо. Два раза была в Париже, поэтому как-то вдохновилась. А что как бы вдохновляет вас в Париже? Да все вдохновляет. Мы вот даже, говорю, там дышится легко. Вот как-то чувствую себя, я говорю, может, в прежней жизни я там жила, не знаю. Потому что, прям кажется, это мой город. Прощай, Париж, тебя мне не забыть. Одни твои бульвары будут сниться, и мне себя захочется опять. Прощай, Париж, все может повториться. Владислав Фатьянов, поэт, член Союза писателей России и бессменный организатор и руководитель межобластного регионального фестиваля-турнира поэзии и музыки, вкладывает много сил и энергии для организации этих встреч, которые всегда проходят в дружеской обстановке. Всегда нашим литобледненцам я говорю, желаю удачных выступлений в турнире, но не волнуйтесь, если вы окажетесь на последнем месте, когда караван поворачивает обратно, хромой верблюд оказывается впереди. Поэтому в искусстве нет. Первого, последнего здесь так не определишь, хорошая табуретка или нет. Кто-то из членов жюри скажет замечательное, кто-то нет. У нас жюри добросовестное, честное, поэтому мы стараемся объективно определить, дать дипломы. Фестиваль проводился в преддверии празднования 70-летия Великой Победы. В связи с этим каждый участник включил в свое выступление произведения, посвященные событиям и героям Великой Отечественной войны. Конкурс проводится два раза в год с целью выявления, привлечения и поддержки талантливых авторов. На этой встрече были приглашенные исполнители из Крыма, Тулы и городов Ближнего Подмосковья. Победители этого турнира получат премии и дипломы литературного объединения «Орбита-1». Наталья Буслаева, Константин Брылов.